Бігати зранку або ввечері на свіжому повітрі дуже корисно для нашого організму. Якщо ви вирішили почати нове життя і вже завтра збираєтесь бігати, ми розкажемо, як це краще зробити. Тому що Павло Балабанов, директор бігового клубу, сьогодні в нашій студії. Пане Павло, раді вас бачити. Ми знаємо, що ви бігаєте. Да, бігаєте весь час. Так, дуже приємно. Здравствуйте. Да, я бігаю, ну не прям не все время, ну раз в день стараюсь бігати. Так, бігати для людини – це дуже корисно. Всі лікарі говорять про це. Чи є рекомендації абсолютно для усіх? От біг – це 100% добре. Я думаю, да, потому что бег на самом деле это такой спорт самый ленивый, потому что для того, чтобы бегать, вообще почти ничего не нужно. То есть бегать может каждый, может в любой момент, независимо от места его жизни. Не нужно собираться в бассейн или в спортзал, можно просто выйти на улицу и побежать. И учитывая, что человечество бегает с момента своего появления, то я думаю, що так. Да. І людство довольно успішно на сьогодні. А чи все життя ви бігали? Чи, можливо, був якийсь переломний момент, коли вам захотілося от зранку встати і почати бігати? Чи ввечері, можливо? Да. Ну, у мене був переломний момент. Це, мабуть, мене переломили ще в дитинстві. У мене батьки просто достатньо спортивні, мама тренер. І тому я вирос, і старший брат займався спортом. Я вирос в спортивній среді. И, наверное, можно сказать, что особенно у меня не было вариантов. Хотя меня никто не заставлял, на самом деле, естественно, не переламывал. Мне просто нравилось то, чем занимаются мои старшие родственники, семья. И я достаточно рано начал заниматься спортом, с 8 лет. Ну, і продовжую робити це до сих пор. А багато хто каже, ну, от нудно взагалі бігти, нічого там такого немає, якихось, можливо, там поставлених цілей, тобто ти біжиш і все, біжиш і все. І чи... Ну, дуже цікаво пообщатися з такими людьми, тому що біг, ведь на самом деле, это не я сказал, многие говорят, это такой вид медитации во многом. И если человеку скучно с собой быть, то тогда это точно не к бегу вопрос. Угу. Если человеку скучно бежать, то значит ему грустно, ну не о чем подумать или нечего проанализировать. Бег – такая идеальная форма. Можно бегать одному, это такая форма для переосмысления чего-то или для отключения, наоборот, от всей внебеговой жизни. Или если бегать группой, компанией друзей, то это тоже прекрасная возможность пообщаться. У каждого бегуна, когда он выходит на пробежку, на тренировку, есть цель. И локальная цель на сегодняшнюю тренировку, и глобальная цель, будь то какая-то спортивная цель в виде достижений, или это цель здоровья. Ну, в общем... Завжди можна для себе знайти, да. Чому і для чого ти будеш бігати. Але чому так мало людей бігають взагалі? Тут на самом деле такой тоже вопрос. Сейчас в Днепре у нас в городе бегающих людей по сравнению с 10 лет назад. Ну, почему просто, так, больше, просто, дуже там, багато. Зараз десятки раз. Понятно, что если сравнивать набережную нашу с набережной любого европейского города или американского города, то, конечно, у нас ну, гораздо меньше бегунов и спортсменов вообще. Но бег развивается, в том числе и благодаря беговым клубам, таким как наш. И мы несем эту культуру бега. И приходят люди, которые не были совсем. Если раньше бег, все равно люди приходили заниматься спортом, приходили в клуб. Те, у которых был какой-то спортивный бэкграунд, кто-то раньше занимался, может быть, даже не обязательно бегом или легкой атлетикой. Но вот приходили в клуб, желая вернуть свои спортивные кондиции. Да. То сегодня приходят люди, которые, вот как вы говорите, проснулся, посмотрел по сторонам, увидел, что на набережной кто-то бегает или у нас какой-то проходит старт, а почему бы мне не попробовать? Ну и радует, что здоровый образ жизни в целом становится модным, и пускай это не бег или не только бег, но в любом случае это очень хорошее, очень здоровое движение, которое нужно поддерживать. Коли краще бігати, зранку чи ввечері, наприклад? Это такое тоже совсем индивидуальное. Я, например, очень трудно утром встаю рано, потому что нужно так, как бег для меня. Сам бег – это не заработок, не профессия, есть куда идти работать, поэтому нужно вставать довольно рано и убегать на тренировку довольно рано. И для меня встать в 6 утра, чтобы побегать, это сложно. Но при этом я знаю многих людей и профессиональных спортсменов, которые, наоборот, любят ранние тренировки.
А кто-то тренируется, как я, например, вечером после работы. Поэтому это очень индивидуально, я думаю, как разделение на сов и жаворонков в спорте работает точно так же. Ну, все одно, от витамин D, от, кажуть, краще отримувати зранку, тоді, коли сонечко, чи навесні, коли от зараз, а коли вже пізно і темно, то гірше. Ну, наверное, да, просто у нас сонця літом достатньо много, поэтому... Влітку так. Ми успіваємо доженете. Да, так. Успіваємо все отримати. А от яка година для вас найоптимальніша? Вечірня година? Ну, если 6-7 часов вечера, ну, это, конечно, идеально. Бегать приятнее с утра. Если это выходной день, то для меня оптимальное время бегать около 11 утра, чтобы можно было поспать чуть-чуть подольше, чем в рабочий день, и убежать на тренировку. Но если мы говорим про будний, про рабочий день, то 6-7 вечера. Взагалі бігати у нашому місті не так то багато де є. Є набережна, є ще якісь, можливо, частинки нашого міста, але отак, щоб як парків, наприклад, з біговими доріжками, чи ось так, як в європейських країнах, можна просто вийти і в будь-якому районі побігати, у нас, на жаль, немає такого. Скрізь машини. От які ви рекомендуєте місця для бігунів, які тільки починають бігати? Ну, для новичков всегда лучше искать место для бега возле дома. Всегда. Пускай это будет маленький школьный стадион или какой-то маленький сквер, в котором можно себе намерить круг 300-400 метров хотя бы. Потому что новичку сложно оценить, во-первых, сколько я могу пробежать. Могу я пробежать 3 километра, а может быть 10 или 2. Mm-hmm. Ну, то есть, если попытаться бежать в одну сторону, если даже вы живете на красивой какой-то набережной или загородное шоссе у вас есть с не слишком интенсивным движением, то бежать по нему в одну сторону для новичка может быть хлопотно. Он в одну сторону убежит, а потом, когда устанет, окажется, что назад нужно идти пешком достаточно долго. Пешки дейде, так. Если летом, то это не слишком страшно. А вот зимой, когда холодно, можно заболеть и сказать, что бег – это вообще самое плохое, что со мной случалось в жизни. Так, и не буду взагалі ніколи бігати. Бували такі випадки, до речі? Часто? Ну, вот, наверное, знаете, есть такие ошибки новичков, потому что, когда человек принимает решение бегать или ходить в спортзал, там, качаться, первое желание – настичь все то, что я не делал последние сколько-то лет или не делал никогда в жизни. Мне нужно больше, быстрее, тяжелее. И тренерам очень сложно с такими людьми их сдерживать, потому что человеку нужно говорить, что все постепенно, что приучай свой организм к нагрузке постепенно. Но ему хочется больше, быстрее, как я уже сказал, и из-за этого появляются травмы, могут появиться. Естественно, человек потом обижается, прежде всего, на себя и на свой организм. Что же и мне... на спорт. И на спорт, естественно, потому что вот я начал бегать, у меня что-то заболело. Или я начал ходить в спортзал и надорвал себе мышцу. Все неправильно, тренер плохой. Вот, поэтому самое главное для новичков – это поступово. Постепенность, да. Потихеньку, так. Постепенное начало. А що треба для того, щоб бігати? Треба, мабуть, зручне взуття. До речі, це теж такий серйозний момент, бо не всі люди розуміють, яке взуття краще для залу, наприклад, підходить, яке більше підходить для прогулянок, а яке взуття краще для того, щоб побігти кудись, так? Ну, тобто ми обираємо одяг комфортний для нас і обираємо взуття. Обувь. Ну, сейчас достаточно много у нас профессиональных магазинов и онлайн-магазинов с обувью. Обувь обязательно должна быть подобрана индивидуально в зависимости от веса человека, потому что одна и та же беговая модель хороших кроссовок, хорошая, может быть, ну, не подходить двум людям. То есть для кого-то она будет идеальной, человек будет бегать и горя не знать. А другого человека могут начаться проблемы со стопой там, или с коленями, просто потому что неправильно рассчитанная нагрузка. Ничего себе. Так, может а быть... как тогда разраховывать? Ну, лучше всего, если вы решили начать бегать самостоятельно, просто у вас появилось желание, вы хотите начать бегать, то лучше поехать в магазин любой спортивной одежды, обуви и пообщаться с консультантом. Угу. Ну, причем желательно, чтобы это был не один магазин, потому что каждый магазин хочет продать то, что есть у него. То есть собрать несколько мнений, прежде всего собрать именно рекомендации по своей стопе. Какая она у меня, как вы считаете, нейтральная у меня пронация или нормальная пронация? И когда будет понимание о том, какая обувь нужна из разных источников, ну, тогда уже можно будет подобрать модель. Если вы начали тренироваться в клубе и у вас есть тренер, то
можно пообщаться со своим тренером, потому что профессиональные тренеры очень хорошо в этом готовы и подготовлены, и знают, что нужно. Угу. Ну, уже потім, коли ви починаєте бігати і ви вже розумієте, як і взуття, і все у вас готово, то ви тоді починаєте збільшувати навантаження. От які максимальні ваші на сьогоднішній день, вже зараз? Ну, сейчас у меня, наверное, не меньше, чем были, потому что раньше я занимался спортом активно, а сейчас это уже больше любительское такое занятие именно в качестве спортсмена. Ну, так как я готовился к марафону, вот я бегал наш Днепромарафон в 2019 году, в 2019 году вообще 3 марафона пробежал, то, соответственно, ну, в период подготовки к марафону нагрузки, недельные объемы тренировочные порядка 150 километров в неделю могут достигать. Но, а кожного дня це скільки кілометрів? Ну, в середньому 20-22. 20 кілометрів біжите? Да. Нічого собі. Ну, дуже багато. Ну, у професіональних спортсменів, звісно, це може бути гораздо більше. У марафонців вони бігають 200 плюс кілометрів в неділю. Ну, тобто, це теж індивідуально, тому що кому-то потрібно більше бігати, кому-то потрібно менше. Поэтому тут, опять же, для работающих людей, для любителей очень важно, что называется, не перегнуть палку, потому что когда ты работаешь полный день и хочешь еще и много бегать, то организм может, виснажується, ну, може не витримати. Да, так, да. Звичайно. А от зараз як ви для себе знайшли оптимально? Може ви менше бігаєте кілометрів, так? Чи так само 20 залишилось? Ні, ну, зараз я бігаю менше, тому що я зараз просто не готовлюся к длинним, ну, ні к чому длинному не готовлюсь. Ну, так як я більше 30 лет уже бігаю, то я достатньо хорошо знаю свій організм і ну, понимаю, что где мне хватит. Угу. То есть, что я могу просто, например, не побежать какой-то день или там два дня подряд не бегать, и у меня совесть не грызет. Я понимаю, что мне нужно. Ну так, нас дожинает еще да, потом. Да, ну то есть, тут важно расставить акценты, еще раз я говорю, для новичков, для любителей нужно всегда помнить, что спорт все-таки это как какой-то инструмент. Какая наша цель в спорте? Это здоровье, это хочется там, посмотреть мир или найти новый круг общения. Помнить, что это не профессиональный спорт. Профессиональный спортсмен складывает свое здоровье фактически на алтарь, понимаешь, ну, с какой целью. А любителю самое главное, ну, не заиграться вот в этот, потому что потом будет обидно, и обидно, ну, и ты будешь винить всех, кроме себя, наверное. Угу. Тобто і немає таких досягнень, як у професійних спортсменів, так? Ну, і немає необхідності. Так, і немає такої можливості потім поновити своє здоров'я, тому що вже втрачено, наприклад. Ну, ну да, да, конечно. Тобто професіональний спортсмен тренується дважды в день, він має восстановительні процедури. Ну, це його робота. Біг це там или не біг, неважно. Любой професіональний спорт – це робота. Любитель хоче завжди угнатися результатами за професіональними спортсменами, забуває, що його робота другая. И, соответственно, акценты нужно расставлять, и психологически гораздо легче, и лучше в итоге результаты получаются, когда человек понимает, что он инженер, учитель, журналіст, ну, при этом бігає. Угу. А от для того, щоб людина просто була здоровою, здоровішою, і ось вона вже вирішила, вона хоче бігати, які рекомендації від вас будуть? Що потрібно? Скільки кілометрів треба одразу пробігти? Ну, ви вже казали, та 300-400 метрів нехай буде ділянка, так? А людина вже подивиться, скільки вона може накидати вже кіл. Тобто, якщо ви вирішили, що ви точно хочете бігати, там, изменить свою жизнь с помощью спорта. Прошу прощения. Будь ласка, будь ласка. Ну, ви знаєте, пане Павло, от коли ми бачимо спортсменів, коли ми бачимо взагалі людей, які бігають, а от в мене особисто таке складається враження, що ну, вони молодці, вони вийшли на вулицю, вони починають бігати, вони займаються собою, вони будуть здоровішими. Якщо ми бачимо їх постійно, одних і тих самих людей, то взагалі це вже респект, так? Це вже людина отримала і має здоров'я, і, мабуть, самоповага теж підвищила в тієї людини, так? Ну, заради чого люди бігають взагалі? Ну, давайте вернемся к тому, как начать. Так. Самое главное, чтобы человек, если решил он начать бегать, то посеять себе привычку вот эту. То есть неважно, не нужно гнаться, что я должен бегать там сегодня по километру, завтра по два, через неделю по 10. Человек должен в свой график вписать эти тренировки. Я буду бегать каждый день или через день, если на начальном этапе. Неважно, поскольку, просто я себе точно буду знать, что я сегодня и завтра бегаю.
Так, тобто це така регулярність повинна бути. Ви розумієте, що у вас є графік, ви його побудували для себе, так, і ви його дотримуєтесь. Ну, якщо от людині важко, якщо вона от, ну, не витримує зранку вставати однаково і однаково вибігати, то що тоді? Ні в якому разі не треба, мабуть, залишати цієї справи, якщо ви вирішили. Ну, якщо становиться тяжело бігати в одиночку, То можна тоді, мабуть, ще взяти компанію, так? Когось в компанію. Да, тоді стоит или найти себе компанию, или записаться в беговой клуб, потому что тренировки в группе с тренером, они всегда мотивируют, всегда. Когда ты знаешь, что ты сегодня будешь бежать не один, что кто-то уже тебя будет ждать, если вы договорились встретиться на улице, на стадионе или на набережной. Угу. То доведется идти. То просыпаясь, да, ты уже понимаешь, что если я сегодня не приду, а ребята придут, то как я буду выглядеть? Звичайно, звичайно. А ось люди, які йдуть до бігового клубу, то скільки людей десь в одній групі може бігти? Ну, як у вас відбувається це? Ну, у нас в клубі більше 50 чоловік, тренуючихся спортсменів, але на тренировке могут быть одновременно 50 человек, просто каждый выполняет свою задачу. Тренер каждому говорит, ну, какую-то дает свою задачу, поэтому группа может быть 50 человек, тренирующихся одновременно, но, скажем так, не делающих одно и то же. Угу. Ну, пане Павло, ми сьогодні, от завдяки вам, зрозуміли, що бігати – це дуже добре. Бігати треба себе все ж заставляти якимось чином, можливо, самому, можливо, в компанії, можливо, прийти до бігового клубу, і вам буде простіше і легше почати ось такі заняття. Ви будете під наглядом тренерів, а якщо будуть тренери-професіонали вже з досвідом, то, звичайно, вони вам підкажуть, як краще це робити. Ну, от сьогодні ми вже дізналися, почули, маємо рекомендації і з приводу взуття, і одягу, і який, можливо, для вас буде кращим, то і тренування будуть теж лише покращувати ваш стан здоров'я. Дуже дякуємо вам, пане Павло, що прийшли сьогодні до нашої студії. Знаємо, що ви все ж спортсмен, і хочеться побажати вам успішних змагань, так, якщо будете брати участь, то, звичайно, лише перемоги. А ми зустрінемось з вами вже завтра. О 13:30. До побачення.